В распоряжении одного из севастопольских сайтов оказался ответ Управления президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организации одному из жителей города. В своем письме он жаловался на дороги. Как оказалось, в Белокаменном по состоянию на осень 2015 года нормативы ровности и сцепления отвечают чуть более 36% асфальтового полотна. Ровных – менее 30%, а вот хороших – немногим более 12%. Согласно все тому же ответу, более половины дорог не соответствуют нормативам вовсе. Всю вину за такое состояние полотна так называемый начальник управления дорожного хозяйства Департамента городского хозяйства Виктор Максимец возложил на попередников. По его словам, ремонта трасс в Севастополе не было 30-40 лет еще со времен Советского Союза. Хотя, по его же словам, следует проводить капитальную реконструкцию каждые 12 лет. Он рассказал, что в 2015 году дорожным службам Севастополя удалось отремонтировать 25 улиц и отреставрировать 3 объекта на въезде в город. Ялтинское кольцо, подъезд к поселку Максимова дача и обход города в районе этого же поселка. Но на 100% завершенными работы назвать рано. Из-за блокаута у коммунальщиков украли 3 недели.